Что, друзья? Привет, банда. Мы с вами на канале Рыбалка Кривой Рог. Приехали. Привет, привет. Приехали с Максом. Надеюсь, у нас не последняя рыбалка вообще в жизни с Максом. Но, скорее всего, в этом году завершающая, да, Максимка? В этом Максим, сезоне. Максимка уезжает у нас. Приехали на такой водоем. Максим меня сюда тянул. Он говорит, тут уже было, наверное, раз 8 в этом году, да? Меня водоем, кстати, друзья, не очень везет на этот водоем. Мы находимся Александровка. Александровка 3 его называют. Я был сколько раз? Два раза здесь я был, два раза неудачно. Первый раз я там ловил мелких карпиков по килограмму, я тогда не сильно был опытен по карповой ловле. Второй раз, когда у нас уже фильм в том году мы были, тоже нам не удалось ничего из карпухи поймать, мы ловили только одного толстолова. В этот раз приехали именно с Максимом, пытаемся поймать здесь что-нибудь такое, что-нибудь классное. Хотя в этом году немного ставок молчит, и много фильмов в интернете смотрю по рыбе, что-то немного он заглох, да, Максимка? Да, все говорят, пустой, пустой, ну, рыба есть. Мы приехали, кстати, вчера вечером, очень поздно приехали, Максим, Максима были дела, мы их порешали, приехали поздно, ничего не снимали, закинулись и легли спать. У нас была поклевка уже одна ночь утром, поклевка нереализованная и одна поклевка, я не знаю, сел в камыш, что-то, зацеп какой-то, да. Сейчас Олежка поплывет, сейчас немного солнце встанет, у нас утро, кстати, сейчас, наверное, сколько у нас, почти 8 часов, 8 утра. Сейчас Олежка немножко через пару часиков возьмет матрас, поплывет на ту сторону и смотреть, прощупает дно, что там такое, что до чего. Или в камыш рыбы, или это была поклевка, рыба села в камыш, или это был какой-то зацеп, какая-то коряшка. Мы об этом узнаем. По Александровке же три, что хочется сказать, что ставок огромен, он где-то длиной километр. Километр 200. Километр 200, да? И ширина его в среднем где-то метров 200. И завезлись, как всегда, под ту сторону, под камыш. Максим завелся налево под камыш, я завелся направо под камыш. Сейчас мы вам места покажем. Что хочется сказать, что, друзья, я буду ловить, пробовать опять на динамит. Кстати, уже на динамит ночью, вечером, утром я получил одну поклевочку. На Golden Cage кукурузку буду ловить и пробовать вот такие в авторсе бойлики. Будем пробовать 15 номер. Кстати, в магазине «Основа улова» появились все запахи Дипа, Ричварда. Так что, ребята, кому надо, кому интересно, спешите в магазин, потому что там продукции не очень много. Сегодня подогнали вот такие крючочки. Кстати, в «Основа улова» появились вот такие, друзья, крючки. Обалденные, кстати, крючки. Сейчас мы их повяжем. И друзья нам с того берега подошли, ребята. Мы им дали свои попапы самодельные, то, что я катаю. Ребята нас отблагодарили, дали нам вот такие крючочки. Ребята, если вы нас смотрите, спасибо вам за крючки. Сейчас мы, Олежка возьмет, то все, уже приготовил флюрик. Сейчас я буду вязать поводки. Флюрик у меня 0,5, нитка, поводочный материал. Сейчас мы свяжем этот монтаж. И я думаю, что через следующий уже завоз мы сделаем именно на эти крючочки. Попробуем, что же оно такое. Так, ну что, друзья, давайте покажем свое место, что мы тут придумали, где мы закинулись. Вот Максим поставил у нас удочки, завез у нас вот сюда, завез он под камыш. Положили мы оснастки, наверное, метров 5, не довозя камыша. Ну и другие покажи. И ну да, две вот сюда мы завезли, тут вообще дистанция метров 250.
такая огромная. Кстати, у нас, смотрите, беседка обалденная от солнца, такая хорошая сделана здесь в Александровке, такую беседочку поставили. Палатку мы, смотрите, разложили уже свою, вернее, поспали в ней. Давайте посмотрим мое место. Кораблик наш стоит уже, скорее всего, проданный. Так, и вот, друзья, мое место. Здесь кладочка. Выставил я тоже 4 карповика. Один карповичок у меня сел в камыш, оснастка запутанная. Сейчас залежка поплывет и распутывать. И закинул я вот сюда, положил все под камыши, друзья. Вот немного я камыши утром, вчера вечером залез, положил их на воду, чтобы они как бы не мешали. И закинул я одну, попробуем половить здесь толстолоба. Закинул оснастку одну на толстолоба. Сейчас поплавочек приблизим. Покажем, да, вот он, поплавочек я его вижу. А рыбу не видели, как сплеснулось? Ну, я не знаю, на камеру будет видно, не видно. С левой стороны. Но хочу сказать, что рыба, очень выходы есть, вот рыбы. Всю ночь были выходы. Всю ночь рыбы, ну, посмотрим. То, что были у нас выходы, это не означает, что у нас будут поклевки. Потому что я уже с таким сталкивался, что рыба, друзья, гуляет, а поклевок, как говорится, можно не дождаться. Но мы с Максимом приехали опять. Не приехали мы не на сутки, приехали на двое суток. Я думаю, что на вторые сутки мы, друзья, по-любому что-то поймаем. Так, ну что, друзья, ну все, рыбалочка началась. Мы не будем показывать оснастки в этот раз. Все у нас то же самое, ничего не меняем. У меня единственное, что динамит один бойл будет. У Максима то же самое, кукурузка Golden Cage, да, искусственная. Да. Оснастки закинуты, ждем поклевку. Уже включимся, наверное, при поклевке. Сейчас Олежка еще свяжет монтаж, что ребята нам дали на эти крючочки. И завезем мы на эти крючочки, попробуем именно поймать здесь рыбку. Связали мы два поводочка, вот два поводка, флюрик плюс с ниточкой, такие у нас свои вяжем поводки, друзья. И зимой сделаю я. О, что-то пик был, а ну что там? Не, пока тихо. Ложная тревога, друзья. Так что, ребята, спасибо за крючочки, сейчас мы выставим. Будем перезавозиться с Максимом. Выставлю эти два крючочка, попробуем. Острота ихняя такая же самая, как у Фокса. Единственное, я хочу попробовать и посмотреть, сколько держится именно заточка. Потому что у Фокса как бы она слабая. Пару рыбалок, рыбалка и все. И они тупятся. А именно посмотреть этой фирмой заточка как будет держаться. Вот у меня еще есть вот такие крючочки. Тоже я себе приобрел в магазине «Основа улова», друзья. Второй номер. Вот такие мы тоже попробуем. Именно эти крючки. Идет? Вроде что-то зацепили. Да ты что? Ну, наверное, небольшое что-то. Ну, хотя бы трошечку было бы хорошо. Двушечку будем отпускать вон. Здесь стандарт, говорят, двушечки. Мы словим карпа. Ловим? Обязательно. Амур карп обязательно. Только что завез. Посчитал, я на две точки забросил 6,5 килограмм. Поэтому должно что-то быть. Маленький. Ну вот, пошел, отлично. Такой полторушечный. Куда его, да? Я такой, например, брать не буду. Максим, тебе тоже не нужен, да? Не. Ну, полторушка была. Сейчас перезабросим, хочу поставить сейчас свою. Была поклевка, полторушка, друзья, клюнула. Я его не стал брать, отпустили. Сосново улова магазина «Плантон», у нас стоит слива. Сейчас я поставлю свою клубнику, попробуем. Сейчас у нас что с клубникой покажет наши
Ну что, банда, выкидываем на толстолоба. Сейчас, смотрите, выкидываю оснастку свою, мед. Сейчас, ой, клубнику сейчас попробуем. Мед, кстати, у меня закончился, я так и не надавил. Вот оснастка наша. Поплавок, вот так все выглядит, четко все. Так, выбрасываем. Выбрасываем, пробуем клубнику. А вдруг тут клубника работает? Забросили оснастку, 70 метров. Где-то закинул я. Сейчас давайте поплавочек приблизим, покажем. Стоит где-то он тут. Ага, вот иди, вот он, вот. Палочка, смотрите, при забросе у нас с крючков слетела сразу. Об воду ударилась, поплыла палочка. Поплавок стоит. Что, ждем поклевку? Если не будет клювать карп, хоть толстолоба потягаем, друзья. Ну это уже есть, да? Не знаю. Скажи, не знаю. Хорошо тянуло. Макс нашел точку. Вторая поклевка уже с утра. Лупит меня сегодня по полной программе, друзья. Но блин, а у меня опять толстолоба закинута здесь оснастка. Слушай, я сейчас, наверное, толстолоба это вытяну. Вот ты мне покоя не дашь. Слушай, у меня такое ощущение, там толстолоб сидит. Это я тебе говорю. Мне поплавок в сторону пошел, в бок. Главное, чтобы у нас две оснастки не соспутались, бак. Друзья, у меня, по-моему, толстолоб там сидит. Только закинул клубнику и что-то зацепил я. А подхватка у нас одна здесь. Ну я первый на подхватке, Макс. У меня опять, походу, сход. Сход? А мне видно, мелочь или за пузо зацепил. По кругу оно идет, виляясь. Какая-то, наверное, мелочь. Не, лопатик. Лобатый. Лобатик на мою клубнику, кстати, друзья. Лобстер на мою клубничку. На наши плантоны. Вот такой лобстер у нас, смотрите. Какой лобстер. Такую полторушку. Сейчас попробуем его достать. Без подсаки. Вот, Макс? Да. Так, ну Макса сход. Уже второй за утро, капец. А у нас так вот толстолоб какой был. Все, Олег его отпустил прямо отсюда. Ну я не могу. Пустили мы такого полторушечного толстолобика. Вот, на клубничку клюнул наши друзья. Сейчас Олежка опять ее перезарядит. И опять отправим в бой. Мертвый толстолоб. Говорю, чайка мертвого толстолоба ест. Приземлилась на воду и что-то лупит. Я сразу не понял, что она делает. А сейчас камеру приблизила, там мертвый толстолоб. Рыба. Рыбу ест. Падальщик. Чайка-падальщик. Ну что ты думаешь? Есть. Есть? Да. Друзья, неужели? Ровно сутки прошло. Первая поклевка. Из дальней точки, да, Макс? Да. Самой дальней точки. Это там тянет, Макс, наверное, 250 метров. Сюда перешел, потому 280, что... 280, я уже измерил. 280, да? Да. Вот так, друзья, 280 метров. Отработала точка. Ну, по сути, Макс тянет, наверное, не сильно большой, да? Ну, блин, расстояние. Да, расстояние не поймешь, потому что мы когда уже были в Петрово, там
Там уже не было понятно, амур был что килограммовый, что был пятерочный, было одинаково. Тяжело тянуть. Да. Ты главное тут фрикцион не забудь спустить. Там спущенный. Ну уже тут подберем. Не, есть там, сидеть. Сейчас туда он пошел, в твой угол. Сейчас не давай ему туда уйти. Есть. Вот уже, друзья, на подходе у нас рыбенка. Сейчас посмотрим, что там за рыба. Ну, я так понимаю, там небольшое что-то, не сильно. Аж, какое. Карпуха. Карпушка. Карпушка, поднимай. О, вот у нас такой. Оба хорошо. О, отлично такой. Макс, трояк. Такой. Ну, он устал, видно. Ну да, ты его с 280 метров тянуть. Красавец такой. Ух. О, Максимка, завершающий. Еще, надеюсь, не последняя твоя рыба. Садок, кстати, с рыбой поставили в другое место на садок, чтобы здесь он нам не мешал. Места у нас мало, что у Макса там место маленькое, у меня там нету. Садок, смотрите, поставили отдельно, все, укладочка. Сейчас посмотрим, как Максим запустит его в садок. Брызг тут надел. Да. Отлично. Ну что, друг, поздравляю. Спасибо. На этот раз твоя, слышишь, первый ты пошел. Да. Поклевка твоя первая. Так, друзья, ну что, заводимся, сейчас Макса завозим на 280, продолжаем свою рыбалку. У нас прошло ровно, сейчас скажу, сейчас время у нас 7-5 часов. Вчера мы завезлися с Максимом, наверное, где-то в 7. Да, где-то в 7 завоз был. То есть еще 2 часа до первых суток. Ну да. Ну все, друзья, завозимся. Смотрите, первые сутки у нас еще не прошли. А первую рыбку получили? Раз, два, три. Давай. Поехали, да? Привет, друзья. Вернее, доброе утро. У нас утро. Сегодня у нас начались вторые сутки. Сегодня мы с Максимом до вечера, где-то до 7 вечера будем собираться и уезжать. У нас такая ночь прошла с Максимом боевая. У нас такой еще ночи еще ни разу не было. Сколько мы ездим на рыбалок, сегодня такая ночь была буйкая. И начала где-то часов с первая поклевка где-то в пол 11-го. Десятого. Где-то к 10 ближе, вот и пошло. И пошло, и потом практически ночь. Максим говорит, все, я спать не буду. Угу. Часов до 12 захватило, да? До часа ночи. До часу. До часу ночи. Потом немного клев у нас успокоился, и все, и мы пошли спать. Ну, ночка была такая продуктивная. И рыба гуляла, друзья, я этот водоем даже не узнал. Возможно, мы ее завели ферментированной кукурузой, что рыба скакала. Она сдурела здесь, рыба. Скакала в точках, блин, так прыгала, что я, ну, я сколько здесь езжу на этот водоем, вернее, я здесь только третий раз, и такого я еще ни разу не видел. Ночная поклевка, друзья. То же самое, ранее. Замерзли. Угу. Ух, дикий, блядь. Кто ты? Карп. Снял хоть чуть-чуть? Безумный Макс. Ух, те точки, видишь, как работают. Потух у тебя. Ни о чем. О, хороший, да? Да. Хороший. А как он тянул, как он тянул? Конечно, это повезло, что он хорошо взял. Вот. Ночной, Макс. Ночной. Ночной. Я сейчас буду думать, как завестись. Я ебал. Буду, блядь, голову ломать. Давай, ломай. Хорошо, ответил отец Майка. Через 10 минут тут будет миссис Мартин. Да, ночные поклевочки у нас вообще. Рыба просто прыгает от кукурузы ферментированной на точках. Олег спит, а я только... А?
спал. Олег спал. А я только и слушаю. У меня было, получается, 5 поклевок. Из них одна реализована. 4 схода. Вот у Олега. Олег тянет. Конечно, Александровка 3 дает. Ночью. Ночью. Это вообще бомба. Вторые сутки только начали, да, Мать? Вторые сутки. Я спать, я уже не сплю. Все. Даже ночью кораблик. Уже завозим все полную. Все работает замечательно. Кто там говорил про Александровку 3, не верьте. Это просто. Все тут работает. Надо верить и правильно кормить рыбу. Давай. Я уже даже налобный фонарик еще один раз зарядил, потому что капец. Тянуть с дистанции 280 ночью — это жестоко. У меня уже все руки болят. Поэтому все удилища завез на 120 метров на подближайший камыш. Ну и там поклевки. В том-то и интерес, что рыба раздуплилась чуть-чуть. Вот за эту карпуха. Карпуха, да. Троечки. Поклевки начались ровно через сутки. Ровно. У меня первого пошли. Ферментированная кукуруза, халибут. Ой, хорошенький. Это тоже трояк. Все в трояке. Олег спит. Ой. Дойдем? Не-не. Олег спит, а я только слышу, как на его точке всплески. Вот как раз и сработало. Я думаю, Олег сейчас тоже спать уже не будет. На еле пойдет спать, ну вот бади. Ну как хочешь. Пока давай покажем и выключим. Красава. Так, ночные поклевки сейчас мы уже посмотрели, друзья. Ну как, понравился? Понравились наши ночные приключения с Максимом? Вас лайкос, друзья. А так, если бы сюда бы приехать на трое суток, четверо суток и завозить в одни точки, вот можно трофей словить. Так. Перезавезлись, а хочу что сказать, что может двое суток для этого водоема мало, да? Суток трое было. Трое. Потому надо. Что первые сутки мы вообще с тобой, мы получили первую поклевку где-то за 2 часа. Твоя не реализована. А моя получилась, ну да, у меня не реализованная. Мы приехали в 6 часов вечера вчера, да, раскинулись. А первая была поклевка 5:30 вот, вчера. То есть через сутки. Ну, почти через сутки, но закинуть мы, по-моему, всем где-то. Ну где-то через 7. Сутки получили, ну, да, может, через сутки достали рыбу. Сегодня посмотрим, какой у нас будет продуктивный день. Получится нам сегодня сделать что-нибудь такое, поймать. Ну, все-таки карпик такой, 3-3,5. Но зато кругленький такой, жирненький. Да, хороший, красивый. Не тот, что такие дикие жоры и в Новомихайловке. Ночью тоже неплохой вытянулся. Так, Макс что-то крупное тянет. Сейчас, друзья, смотрите, как он это все делает. Сматываемся уже домой. Подошел, взял удочку и пошел. Леска на грани разрыва. Да? Да. Интересно, дотянешь ты то, что ты там тянешь, интересно, или нет? Ух, обратно идет. Как обратно идет? Как обратно? Не может обратно идти. Слушай, ну давай уже, наверное, включимся, когда ты там дотянешь. Вот так и пленка закончится. Главное, чтобы ты дотянул, не оборвал. Хорошая у тебя там леска. Тройка стоит? Да. Мощная. Кто-то тянется. Давай, подходи, я подтяну тоже, помогу. Сейчас подтянем, смотрите, леску. Так, вот все уже. Шок-лидер. Так, вот уже шок-лидер. Уже тут не сорвется. Сейчас мы узнаем, что там. Что мы там притянули. Какую деревяху. А ну, тяни, потягивай, Макс. Потяну. Что тут за деревяха? Так, что тут за деревяха? О!
О! Ну подтягивай вверх, поднимай. Какая-то раколовка, чешо, блин. Поднимай вверх. Тихо, сейчас. Опа. О. Вот это притянули. Бонус, Макс, себе. Раколовка чья-то. А что там, раки есть? Надо помыть, посмотреть. Что ты мусора собрал сколько? Я помню такую полоску. Какие-то камушки тут и что-то. А, это от рака, короче, и клешни. Сдох он тут давно уже, тот рак. Так, ну что, друзья, подошла наша рыбалочка, можно сказать, завершающая к концу. Половили, побывали мы в Александровке 3. Порыбачили. Не скажу, что была рыбалочка супер там пупер обалденная, как у нас с собой последние рыбалки. Довольно недовольны. Да. Да, ну у нас рыба, и самое главное, что мы здесь поймали. Я знаю, что этот водоем в этом году тяжелый. Отзывов таких с рыбой здесь люди, ну, люди не оставляют. Смотрю, нету ничего. В том году этот водоем гремел. Все жалуются. В этом году немного он вообще в Фейсбуке вообще нету ничего. Поймали мы с тобой там, ну, ты поймал, кстати, меня, наконец-то меня немного влупил, поймал двух карпух где-то по трешке, 3,5, у меня один был. И пару толстоловов я поймал, полторушечных отпустил. Ну, видишь, было много этих сходов. Сколько было по сходам? Ну, это суд ночью было, да? Ночью сходов. Ночью, но я думаю, все-таки... Утром были, поэтому где-то около 7 сходов. Но я думаю, это был мелкий карпик. Ну, я подозреваю. Мелкий карпик или из-за того, что большое расстояние, пока тянешь. Ну да, мы опять же завезли далеко. У нас же был уже опыт с этого, в Петрово. Мы так же самое там тянули, у нас было там 5 сходов. Да. И что, пока 270 метров, пока притянешь рыбу, немного разбиваешь губу и под берегом сходила. Здесь у нас происходило приблизительно то же самое у Максима. У меня точка была ближайшая, она не так сильно работала, а ты, конечно, туда зарулил на 250 метров и опять начал получать поклёки. И получать поклёки рыба такие... Рыба есть, ну, рыба есть, но и погода, видишь, сегодня такое вообще давление, мне кажется. Да. Ну и, во-первых, и полная луна у нас была, я не знаю, влияет ли полная луна на клев рыбы. Это говоря... первые сутки, да, вообще рыба даже не плескалась, а вторые сутки вообще... Ну мы ее завели немного, мне кажется. На наших точках прямо дискотеки были, балдели от кукурузы. Так, что хочу сказать, друзья, что все, Макс у нас на канале в этом году точно последняя рыбалка была. Едешь за границу, в этом году уже точно у нас рыбалок, уже это была последняя. Было приятно с тобой. Мне тебя и твоего кораблика будет не хватать, друг. Максим едет в Турцию, мы едем на черный ташлык на рыбалку с пацанами, уже договорились. У нас рыбалка продолжается. Надеюсь, Максим приедет, позовет нас, позвонит, скажет: Олег, тут есть рыбалка на марлина, да, позовешь? Ну, в Турцию, в Доминиканах позову. Там есть. Или приезжай к нам в гости еще. К вам приеду через пару лет. Ну все, друзья. Понравился видос, вас лайкос, а мы, говорится, не прощаемся, только до свидания. Ну все, друзья, давайте, до новых встреч. Пока-пока. Пока, друзья.